Это Блог, меня зовут Хатун, рада приветствовать вас в 2021. Признаться честно, мы рассчитывали на более спокойное начало этого года, но события в Соединенных Штатах Америки пошли по радикальному сценарию. И пока значительная часть планеты оправлялась от новогодних праздников, сторонники Дональда Трампа в Вашингтоне ворвались в здание Капитолия. По сообщению западных СМИ, они а не верить им у нас причин нет, среди них преобладали адепты теории заговора о сатанистах-педофилах Кью Анан, ультраправые активисты и неонацисты. Оказался в их числе и человек, не способный отличить флаг Грузии от флага штата Джорджия. Эта безобидная оплошность была разнесена в грузинском сегменте соцсети и дала жизнь целому каскаду мемов. Вот парочка моих любимых. Я решила вспомнить самые примечательные моменты, когда мы нечаянно вводили американцев в заблуждение. Самый недавний эпизод связан с президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки, которые состоялись через несколько дней после парламентских в Грузии. Освещая процесс подсчета голосов в штате Джорджия, телеканал ABC News перепутал кадры и показал один из избирательных участков в Белисе, расположенный в школе номер 55. Почему-то журналистов не смутила даже надпись на непонятном для них языке. В апреле 2020-го телеканал Fox News совершил практически аналогичную ошибку, где показал вместо Джорджии кадры Марнеули. Еще один конфуз связан с пожарами в 2017-м. Тогда американские пользователи Твиттера бурно отреагировали на сообщения о пожарах в Джорджии, а также на то, что над тушением пожаров в американском штате почему-то работает всего лишь один вертолет. Они призвали тогда власть обратиться за помощью к Канаде или же к Австралии. В августе 2008 года Грузия ненароком наслала американские проклятия на Москву и вызвала в адрес Кремля волну хейта. Американцы, узнавшие о вторжении российских войск, в Джорджию сначала не поняли, каким образом солдаты Путина оказались на американской территории, а затем уже начали распространять призывы вроде русские прочь из Америки. Примерно то же самое произошло в 2006 году, когда американцы постфактум узнали о выводе российских баз с территории Джорджии. Конечно же, речь снова шла о Грузии. Это всего лишь список самых громких конфузов, а путаница, видимо, настолько актуальна в США, что ее обыграли в популярном сериале «Ньюсрум». With... No. Yes, Если вас интересует, как так случилось, что на планете Земля сосуществует целых две Джорджии, то расскажу. Американский штат получил свое название в далеком 1733 году в эпоху британского колониализма в честь английского короля Георга II, а вот с Грузией несколько сложнее. Некоторые говорят, что Георгия произошла от персидского гурк, дошедшего до крестоносцев и паломников, которые впоследствии на основании народной этимологии преобразовали его в Георгия. Также бытует мнение, что Грузия была названа в честь святого Георгия, который считается покровителем страны. Впрочем, Грузию на этой неделе в Вашингтоне все-таки вспоминали. И не по ошибке. С высокой трибуны Конгресса США сенатор-демократ Джин Шахин поставила в пример Дональду Трампу Михаила Саакашвили, рассуждая о мирной передаче власти. В стране были опасения, что Саакашвили не откажется от власти и что это приведет к насилию, положив конец демократическим реформам, которые происходили в постсоветском государстве. На второй день выборов мы с сенатором Ришем посетили Саакашвили, чтобы поговорить. Я очень хорошо помню визит в его дом. Мы сели и указали, что основой демократии, ради которой он так много работал в течение своих восьми лет в качестве президента Грузии, была мирная передача власти человеку, избранному электоратом. Президент выслушал нас и мирно покинул свой пост. На этом, пожалуй, все. Если вам вспомнился какой-нибудь примечательный эпизод, не забудьте поделиться им в комментариях, а также обязательно поддержите сову лайком. Меня зовут Хатуна. До следующих выпусков Сова Блог.